Тут, короче, поняла, что надо сделать? Надо этот вертолет бункарю украсть. А да, его надо на базу утащить. Пройдем, если вот этот вот тут есть, и его надо сбить, значит, получается, этот ПВОшник. Не, он нам ничего не сделает. Так вертолет-то как забирать? Ты можешь прямо... Вертолет? Да, он, кстати, нас может сбить. Ну, сейчас у меня он есть, РПОшка, я его сейчас выбью. Он только ездит быстро, надо же поближе к нему подойти. Я из РПО плохо стрелять умею. А ты туда смотри близко, да не беги, там он справа за горой, я видел, два бота были. Ну, я знаю, видела их пока. Если чё, то сразу в ангар забегай, они тебя там не достанут, ты там сиди. Вот ангар можно зайти, вот здесь вот снизу, видишь, дырка есть. А я сейчас этот, выбью ПВОшку. Тут еще едет техника какая-то на меня, по-моему. А нет, это тоже безобидно. Ну это как его просто тягач. О, тут что-то ездит покрупнее. А нет. Это опять это же ПТР поставал. А вот убиты эти. Кто тут бегал? Да? Пока чисто, никого не видно. Давай, беги в ангар, я уже в этот сажусь. Наплевать на него, так будете. Я в вертолет сажусь. Ой, я в кустик стурки, я читер. Я тоже жду. Так это, я тебе говорю, можно зайти. Я кашляю, я села. Может, нас не собьет? Патрон нету, да? Хорошо летаешь, да? Налетали. Да, надо было быстрее делать. Я не мог. Почему? Я не мог тут. Собака чину. Попробуй сама вылететь из ангара, узнаешь. Да. Ну, а кто по нам вот стрелял, блин? Какая ну, вот сволочь эта фигня, стрелял? Вот эта фигня, которую ты не убил. Не, у нее такого звука нет. Ну вот здесь она танк и она. Тут нет. А, техники. Вот этот танк по нам стрелял. Да, это и танк и остался. Та кстати, Алекс. А, и Алекс же нам говорил, что тут танк остался. Ёлки-палки. Да. Ну, короче, вот он нам всю малину ты испортил. Отремонтировать не я бы все равно сейчас Викторовку из ангара. Я упала. Я ранена, что ли, была? Да, у тебя опять боль была, ты морфин не приняла. Сейчас я тебя откачаю. Я забываю все время за этим следить. Ну, у тебя моргает же экран белым. Значит, тебя боль испытывает. Ну тут все светлое, я даже не поняла. Потом понимать будешь. Вот сейчас себе морфин вкали. И если нужно, там медкит примени. Скорее всего, медкит нужен будет. Вон этот танк, бля. Он далеко отсюда. Хрен попадешь. Ой, нам нужен инженер. Алекс, а ты не инженер? Вертолет подбили у нас. А вертолет он подбили заводится. Нет, он не заводится. А ты по...
Ну взорви его нафиг, блин. Не хочу. Блин, что делать-то? Надо инженера. А, Алекс тут рядом лазит, да? Да. Он по танку стреляет, да? Да, наверное. Я эту еще выбил, ложку. Задолбал уже. Ну все, если сейчас синий нам не помешает. Ну синий только один. Мы, наверное. Ну этот самый танк все вроде подбил. Ну. Все, мы сейчас ремонтируем. Ты ж. Господи. Тоже читер, да? А почему я стану? Так и буду стонать. Лечиться вроде мне ничего не надо больше. Медкит надо применять. У тебя он есть? Нет, а, у меня нет уже его. Все. Ну, чтобы его взять, надо мне палатку поставить. Я тебе объяснял, как мне поставить. Букву Т нажимаешь, там будет поставить мне палатку. Ну, ладно. Все? Полетели, все? Или мне полечиться да, сначала? Полетели, блин. Сейчас подожди, сядь. Дорогой мелкими шишочками на связь сломал опять вертолет, он вообще не доставит. Давай почини. Я ремкомплект надо попробовать. Он не выходит, что ли? Надо этой хренью зацепить, вытащить, по-моему. Нахера ты в него влепил? Ну давай выталкивай, я тогда опять по новой за ремкомплектом это на базу сгоняю. А ты на этой не давай выталкивай.
ты где? Кто я? Тут. Вылечилась. А-а-а. Слушай, а чё ты у меня из группы пропала? Ну-ка, сейчас я обратно. Ты же перезаходил. Правильно. Рядом неизвестный человек. Ремонтирую. Ты видишь рядом неизвестный человек? Угу. Это он видит, я не вижу. Тебя полечить, что ли, надо? Да это не я стану, это сзади, по-моему, кто-то стоит. Алекс? А он чё, вообще упал? Он умер. Ё-моё. Упал и всё. Да, такая печаль. Такое прочитать, да. Подошла полечить, а он уже... Да, он умер. Ладно, полетели вдвоем тогда. Давай. Ты села? Да. А кошемку собирать не можем сперва? Да нам не до кошемки, нам бы до базы долетели. У нас есть, но правда, конечно, лыжник, но вдруг пригодится кому-то. А если его разобьем, он будет брэком, да, станет? Или отрезвится? Не, он просто пропадет. Да. Он не наш. Печально. О, смотри, смотри, БМП 3 дали. Неплохая машинка. Но мы с тобой, кстати, БРДМ разбили. Да, забрать. Что, может, опять за ним полетим? Давай за ним уходи. Не забывай про тепловые ловушки, букву R, если тебя будут стрелять, тепловые. А как часто нажимать их надо? А как тебе понравится, так и нажимать. Лишь бы эффект был. Ладно, я, короче, АФК минуту где-то, ты еще даже, наверное, долететь не успеешь. Что, у тебя сесть не получается? Ну как бы да, если бы ты не пилот сел, может быть да. А я что, за пилота сел, что ли, по-твоему? Ага, пардон, еще. Все, 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 все. Все, я сейчас приду. Давай, лети. Я боюсь. Нас собьют.
На точку выезда конвоя, да, туда? Да, прямо пока лети, как вот ты есть, вот так и лети. Я тоже стрелять тут могу, да? Что? Да, но лучше патронов. Не надо, я сам. Остановись. Автозависание сделал. Все. Я, кстати, полетела, я же забыла на R-то нажимать. Нас кто-то залочил, другой капец. А от нас слева что за красный треугольничек? Не знаю. Нам приближает что ли или что? А нет, вообще летает. Так, ну-ка повернись немного левее. Впереди нас где-то красная точка. Это воздушная цель какая-то. Она не лочится у меня. Все, мы выполнили задание. Давай на базу обратно. Да, я всех перестрелял. На базу возвращайся. Автозависание не забудь выключить. Посади его где-нибудь, где белый вертолет. На взлетку не сади. Нам еще один сухарь дали. А ты просто вслепую стрелял, да? Оно лочилось, и ты стрелял? Нет, у меня, да, наводила цель, я стрелял, и все. Вообще, проще парень репы. Можно было еще точку также почистить. Может, на точку слетать, что ли? На какую точку? Ну, на главную цель. Пиндосов гонять. У нас, блин, и перезаряжать надо его. Там 4 вихря осталось всего. Ну так давай машину сюда. Ну, я за ней побежал. Кстати, тут перезаряжать надо еще уметь. Это на кнопку Windows нажимаешь, там потом меню появляется. Перезарядить. К-52. Вот и так вот делаешь, не так, как ЦО. БМД, кстати, починилась, только его надо заправлять теперь еще и боеприпасы загружать. Долгая история.
Тут, блин, долго ждать, наверное. Не, недолго, минуты две, наверное. Может, кошемку-то взорвать свою? Нет? Здесь что будет за взрывание своей кошемки? Ну, тоже минусы будут. Да, Аркаликс куда-то полетел. Может быть, он на основное задание полетит. Да ну, нафиг в другую сторону. Он в другую сторону вообще полетел. Да я вижу, что он куда-то не туда. Может, свидание там у него? Но с какой-нибудь боточкой с какой-то. Такистанкой. Да. Это же Такистан карта, да? Ну. Да, Такистан. Гурдур бушка находится. Ну-ка, что у нас далеко это Гурдур? Да, тоже далеко. Ладно. Пока полетим на основную цель. Только к ней где-нибудь за 2000 метров останавливайся. А смысл мы ее почистим и чё? Как чё? И всё. Она будет чистая. Мы то можно спокойно брать. Я поехал. Оставь её. Отогоню машину, чтоб не врезаться. То вдруг поведет на неё. Теперь я буду стрелять, ты меня учить будешь. Что-то подожди. Я за этого опять залез. За пилота, что ли? Да. А что такое, да? Включить ЛД? Я не знаю. Не знаю. Давай за пилота садись. А, все, вот у меня 12 вихрей, все нормально. Все в сторону. Основной точке лети, я тебе скажу, когда чего. А что такое engage? Время уже полпятого. А? А что такое engage? А это... Это катапульта. Для чего? Ну, ты знаешь, что такое вообще катапультироваться с самолета, с вертолета? То же самое. Да. Из нее просто выстрелит, и ты на парашюте сядешь. Только парашют будет, и еще кресло, как бы на кресле будешь падать с парашютом. Круто. А без парашюта это работает? Да, парашют не нужен, оно будет работать даже без парашюта. Это только у пилота или у тебя тоже есть? Это только у тебя, у меня нет. На какую высоту подниматься? Пока так лети, ну чуть повыше потом возьмешь. Это что? Пока ничего не лочится. А чё такое моргает? Во? Красный? Красный, но нас сюда летит. Отстреливай, отстреливай. Уже поздно. Бля. Посади хотя бы, не разбей. Не разбей только. Бля. Я же инженер, я починить смогу. Есть, посадили. Но он меня вообще не слушается, он сам садится, сам все делает. Ну, теперь понятно, что не слушается. Морфин себе кали. У меня морфина, что ли, нету, я лечиться нажала. Блять, нету, значит. Значит, букву Т нажимай, поставить медпалатку делай, и там наберешь морфина и всего прочего. Сейчас, да вроде бы было же, почему у меня нет, интересно. Наверное, уже все исколола. Наверное, наркоманка. Ага, я видела наркоманка. Же, что летят эти Давай штуки. Давай сыграй. Это надо, значит, нажать. Отстреливать сразу эти ловушки. На R нажимать, да? Да. Меня-то а нажимать когда надо? Когда они приближаются ближе уже или когда?
Так сразу нажимай, и когда ближе придет. Ну тут хрен как угадаешь, ты не знаешь сам. Тебе только нужны медикаменты? Ну... Нет, я забираю ее. Это... Подожди, наверное, будут нужны. Подожди, не закрывай. Я закрываю. Ну ладно, у меня в это вроде есть еще. Или нет? У меня был морфин, но он меня не просит. Почему-то. Так, ну что же будем делать? Давай ты за стрелка садись, я буду сам стрелять и летать.